Процветать, открывать, удивлять. Improve? А, на русском. Поздравления институту, 3-2 года. Ну, у меня они такие скорее. Учиться, делать, публиковаться. Расти, вдохновлять и удивлять. Учиться, открывать, развивать. Трудиться, творить, изучать. Процветать, развиваться, побеждать. Творить, совершать, объединять. Открывать, расти, процветать. Развиваться, бороться. Не знаю, расти. Это уверенность в своих направлениях, в своих целях. Это целенаправленность, чтобы они точно шли. И открытость, чтобы это физика и знания расширялись, чтобы это общее состояние страны, всего мира повышалось. Я бы подарила самое актуальное, что на сегодняшний день может быть, это светлые умы. Ну, наверное, если бы я мог что угодно, не обладал бы какими-то огромными возможностями, наверное, это был бы не очень большой подарок, но первое, что приходит в голову, я, наверное, подарил бы парочку новых лабораторий, зданий, чтобы привлечь на работу еще больше молодых, амбициозных, перспективных сотрудников. Четвертый тип нейтрино. Коллайдерный как готовый. Подарил бы много талантливых студентов. Очень много кофе, чтобы бесплатно раздавали сотрудникам. Я бы подарил институту новую большую установку. Наверное, больше возможностей и свободы. Как в научных измышлениях, так и во всем остальном. Летучий корабль. Может быть, новый эксперимент на новой планете. Больше новых открытий.